Около 100 жителей Дагестана прошли курс лечения в полевых госпиталях Минобороны России, развернутых в Ботлихе и Буйнакске. В настоящее время еще 60 пациентов находятся на стационарном лечении. Я очень благодарен всем врачам, особенно начальнику госпиталя Рамазану. Я чувствую здесь, это не полевой лагерь, это райский уголок. Иногда я чувствую, что я нахожусь на Луне. И меня окружают ангелы. Это врачи-ангелы. Таких людей я не встречал. И отметим, что всего вооруженными силами России к выполнению задач в республике привлечено свыше 200 военнослужащих. В их числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов, а также свыше 70 единиц специальной военной техники.